В Дагестане могут исчезнуть полюбившиеся жителям столицы автобусы метаны. Деятельность махачкалинского пассажирского автопредприятия номер 2 приостановлена в связи с банкротством. Без работы могут остаться все 131 человек. Напомним, данное автотранспортное предприятие обслуживает пассажиров междугороднего рейса Каспийск-Махачкала. Так называемые народные автобусы метаны перевозили людей всего за 15 рублей. На сегодняшний день это один из самых дешевых тарифов за проезд.